если с гильдии ходить, например, на ПГ, то это было бы неплохо. Можно было бы ачивки поделать тоже. Ну, что ты говоришь? Ну, если ходить на БГ с гильдией, ну, только собрать его, например, рейд как-то там с каким-то аддоном или что, или пойти именно с гильдией, ачивки поделать какие-то. Ну, если гильдия идет на БГ, это не значит сразу, что прям ачивки они будут делать. Если состав окажется сильный, типа там PvP игроки, то можно что-то поделать там, ну, что позволяет игра там. А если состав такой себе, можно и проигрывать как бы даже гильдии поначалу. Но это поначалу, а потом же все равно, как сказать, уже будет получше. Я, например, если вообще не хожу на БГ, то я там, конечно, буду теряться вначале, не буду знать, куда идти и что делать, а потом с опытом. Ну, тогда, если начинать такое делать, то нужно это на постоянной основе внедрять, хотя бы какой-то день выбирать и заранее там назначать ПГ, РТ ставить. Также для тренировки ПВП можно просто любых желающих, вот как я говорил, вот эту потасовку, подойти всем, ребят. А что дает потасовка? Потасовка рейтинг 3 на 3. Ну так и так же просто можно регать. Просто 3 на 3 регать. И потасовка. В чем разница? Не знаю, что-то я не смотрел. Я видел, что потасовка, короче, там фишка в чем? В том, что случайно все распределяется. То есть там можно одному игроку регать, а ему рандомно кидать в тему? Ну, они вот называют, что это солока, типа ты встаешь в очередь, ну, регистрируешься, и ты получаешь свою команду, типа свою единственную команду, то есть ты в ней один, никто в ней больше не состоит. Это твой типа личный рейтинг. Вот. И туда набираются ДДшники, милики, РДД и один хил. И не может такого, чтобы набралось там три роги или три мага. Вот, и они набираются из тех, кто встает в очередь. Так вот, такие люди, зарегистрировавшиеся, они стоят в очередь. И если набирается 2 хила, 2 ДД, 2 милика, то начинается арена 3 на 3. Сама по себе арена Прикольно. 3 на 3, она, ну, ее никто не регал, по-моему, и не регает, и не будет, скорее всего, регать. А вот это, типа, солока, что вот так вот случайное распределение, кто-то дорегает. Там рейтинг маленький, там Круто. речи. О, круто. Слушай, Слав, хорошо, что ты сказал. Я хоть магом, может, так. Слушайте, а мне правда Джерион сказал, что если в 3 на 3 рейтинг хапнуть, то можно и вещи, которые в 2 на 2 идут, тоже покупать? Ну там пояс, обвес и так далее, там грудак. То я уже за... Сейчас скажу. Зрак и желим. Тоже. По-моему, да. Это надо сейчас в Долоране съездить, посмотреть. Там, знаешь, как должно быть написано? Рейтинг 3 на 3 или 5 на 5? Да, я помню, просто фишка в том, что мне вот Джерион говорит, что в 2 на 2 сейчас фаермагом никак не апнуть. Я у него спросил, а если в 3 на 3, допустим, набить рейтинг, можно ли там шмотки взять, которые, ну, типа пояс, там, грудака 8, обычно за 2 на 2 идет. Он вроде сказал, что да, можно. Значит, можно. А тройка-то она для чего? По-моему, только пухи, да? Берутся. Пухи, плечи, еще какая-то хрень. Плечи с двойки, по-моему, берутся. Нет, плечи это только 3 на 3, 5 на 5. Зрак плюс аналик. И что я хотел сказать?
и эти все 277 оружие, там жезл, там пухи, это тоже 3 на 3, 5 на 5. А 264 там оружие? Оно откуда, стройки или... 264-е? Нет, это с двойки. Но вот мне интересно, почему я у Джерема спрашивал, если 3 на 3 апнуть, то можно будет с двойки брать за рейтинг или нет? Да, наверное, можно. Кто знает. А вы уже там портанулись туда? Я еще жду в начале инста, думаю, где вы. Это, там шаман за ей писал, хотел. Опас, да? О, смотри, смарт-кил, может он протопором пойдет. Добрый вечер, ребята. Привет. Привет. А вот смарт-кью кем идет? Протопалом или ретриком? Протопалом. Это протопалом, но он еще не нужен. Но у нас и так нету третьего танка. Ладно, будет третий танк. Кого я там еще тикал? Демон, короче, нужен. Нажимаем на портал Ульдуара, плац. Кто умеет подбирать колчеданы плюс? А что за ворот этот был? Дворн, звезду, колесилась и кружок, ромб, призифилакс, квадрат, кто уголы. Там скворка. Садись. Да, звезду. Это один камень. Убежите, пожалуйста. Давайте, кто-то один человек камни, чтобы сумануть лока. Ватербол, кружок, Атомск, звезда. Давайте, два плюса еще. Кто будет стакать колчедан? Лена, садись в ромбе, будешь стакать колчедан. Что это такое? Садись в машину, я узнаешь. Ой, я постакаю. Харзу. Ты в звездочку села, садись в квадрат. КД принимай, да? Да. Да. Появляется панель скиллов. Прочитай номер 2. Бросок в бочке колчедана. Видишь? Угу, да. Эту штуку надо как можно быстрее настакать до 10 раз на боссе. Появляется дебаф на боссе, который длится 9 секунд. После того, как ты настакиваешь 10 раз, ждешь 6 секунд, после чего опять кидаешь бочку колчедана, чтобы этот стак дебафа не спадал. Остальное время... бросаешь валун в него, тоже у босса. Бросок колчедана занимает 5 энергии, видишь? Написано колчедан 5, у тебя 50 энергий. Следи внимательно за энергией и говори своему пассажиру, кто там сидит, когда подбирать колчедан. Вся тактика. Ну еще подъезжать к колчедану. Ну да. Синие бочки вон лежат сейчас на полу. Так, что там у нас? Кто еще хочет постакать колчеданы? Кружок должен сесть. Кто-то. Короче, кто без тачек, садитесь в осадные, разрушите осадные машины.
Корзул, а ты где сейчас сидишь? Я сейчас бегаю на коне. Ну... Давай, я тебе в звезду. Варс, садись, в звезду будешь водителем. Палагион, который... Кружок... Кто там у нас? Нелисунайли, садись в кружок пассажиром. Харзул, будешь водителем. Кинешь проклятие с пула. Кто еще без машин? Садитесь быстрее в квадрат и в кружок... Звезду пассажирами. Плюс поставьте тачки еще. Еще без машины плюс. Иди чоппер. Сядьте в чопперы. Все, заезжаем в комнату, заехали. Написали в РК, кто на какой спек ролит. Пеппер с Бёрном или забагались, или без машин. Их грид отображает как несущих машину. Да нормально все, я в чоппере. Альтея в чоппере. Альтея, ты где? Альтея в чоппере сидит. Альтея, ты знаешь, что в чоппере делать? Ладно, это не хардмод, не важно. Просто восстанавливай хп у босса. Хп пассажиру. Не стреляйте пушками, прекращайте. Сейчас я должен босса запустить. Все, босс сейчас выйдет, отъезжайте, не стреляйте. Сейчас он выйдет. Так, он выехал, все, давайте двойку жмем, кто сидит в разрушителе. Проклятие, Харзул, повесь на босса. Залезай быстрее, у тебя 60% хп. Давайте быстрее двойку нажимайте, у кого-то всего 6 стаков, у меня уже давно 10. Харзул, отъезжай. Декады почему-то 33% хп, 20-19. Почему она умирает? Стоит в огне, скорее всего. Не, мне кажется... Не знаю, вообще, где труп лежит. Я не знаю, где смотреть, где у босса настакалось 10 штук чего-то там. На боссе. На боссе, дебаф. Боссе? Нет, у меня не подписаны почему-то они вообще, я не пойму, где какой. А, там в интерфейсе надо смотреть. Олег, а можно Smart Key пойдет кем-то другим? Паладин? Хантом? Я тебя брал протопалом, уже поздно. Весил КД, был у нас протопалом, перезашел на другого. Да, поздно вы квест предложили. Идем, Олег, пошли на острокрыло. Дашь пояс вот этот с духом? О, шарните еще раз. Да, дам пояс. Спасибо. Давайте заходим за линию быстрее, не будем терять время. По бафам, что там, паладины что-то бафали? Там протопал должен щит разбафать. Пеппер, крест. Остальные палы. Тулгалы. Каску, Виталикон, кулак. Саншу, ты тут? Блин, забыл спекнуться в танк. Трэш уже залезет, танки. Да, то есть в одно окно уже. Давай сначала часового.
с утюга только шея и облачение, грудь. Что там ничего не выпало? Давайте. Часовых, играем. Я пушки позапускаю. Последний трэш сейчас будет. Жду. Запускай сразу. Запускаю. Рост. Хилы можете тоже бить, тут хилить нечего пока что. Идем дальше на Нильниса. Не тот рецепт. Нет, как похуй, они тоже. Осколок кому? Я поберу. У Пеппера разве нету? Да у меня уже давно собрал. Не, 8 осколков осталось. Где вообще этот квест берется? КЗ. Людей не работает, молодец, сейчас. Второй год слышу, что не работает, и все равно все квест делают. Да, он не работал, он никогда не работал. Олег, кто третий танк? Ты еще кто? Больше никого нет. Ну, смарт-Q еще, а третьего пока нет. Ну, ты, я, ты и смарт-Q. Эти мобам в касс надо. Дать станцию, да. Чуть-чуть. Да не надо. На одного успел. Сколько хорошо БДК будет проседать? Да не. Чек на АФК. Это
Мань, дай столик, пожалуйста. Дерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие! Хапалу, дайте маны. Которым был завоеван этот... Дайте маны. Галите! Галите в огне! Давайте чего сделаем с мобами. Специально танчу босса здесь, возле ковша. О, возле бассейна, чтобы ковш. Я прожму мастер аур. Первый раз можете не стопать каст. Моба забирай, смотрю. Второго. Второго подождешь, потом заведешь в ковш. Атом скахилите. А вывести немного. Наводи двоих в ковш. Стопайте. Конец у меня взял. Ну захильте, блин. Дайте ачивку. Второй сколок, о господи. Надо кому-то. Спасибо такое. Давайте делаем быструю разборку. Надо... до ляму. Сносим хп сердцу. Рыбу 10 секунд. Да выйди с рейда. Сердце до 3 лямов. Сначала играем мелкий трэш слева справа, потом больших мобов. Стопайте по сердцу, все, не бейте сердце. Escape нажали и бейте слева справа мелкий трэш. Сначала звезду будем сливать, потом кружок. На себя заберу. Там кружок тоже слить. Подводи мобов, что ли, под босс. Что там медики делают? Давайте сердце до 3 лямов. Блин, вы его что, багаете, что ли, это сердце? Стопаем по сердцу, не бить сердце. Escape нажали.
Мобов можно не бить. Бейте только хламоботов. Сейчас сердце закончит каст, и босс просто умрет. Убивайте. Что тут? Пестибюль. Звезду в покаяние кидаем. Палы покаяния. А кто голы? Виталий Кун. Есть тут такие? Играйте. Там скилл у паладина называется покаяние. Если выделить цель моба и кинуть покаяние, то моб законтролится. А некрономика танк или ДД? Он пишет уже. Сзади помогите, танки ремонтник. Ну, добивай. Давайте все быстрее под пьедестал. Звезду сначала. Потому что я нагрел только звезду пока. Встаньте все под босса. Не буду объяснять, зачем это надо, но просто встаньте. Звезда и кружок играем. Ну пуль, пожалуйста, поэтому своим до раньше танков, ладно? Поэт лока. Поднимайте сразу. Уже никого не поднимайте. Кого из танка спек на этого босса? Плюсик. Ну давай, спекайся, потанчишь Визифилакс, Малгейма, я Брундира. Один паладин, дайте каску на себя. Кто там? И кулаки бафом. А кто Галы или Виталий Кун? Я могу. Ну тогда кто Галы, проснись. Выдели в таргет себя. Прожми благословение королей. Надо великое. Значит, как убиваем боссов? Пела звезда, потом кружок, потом квадрат. Бафайте лока. Квадрат танчит смарт кью. Кружок танчит Хризефилакс, я звезду. Помогайте мне сбивать звезде каст. Все готовы, погнали. Лапу обновите, каску попало. А Тулгалы, каску попало, дай. Кстати, можешь проклятие косноязычие повесить на мобу, а тогда не для меня кастовать будет. Видишь, я, наверное, уже кастовал медленно.
Так, давай, заберу с тебя босса. Тебе было легче. Становимся под синюю сферку. Когда она пропадет, вы сразу выбегаете на дистанцию, потому что появится большой зеленый круг, который наносит урон по рейду. Мартью дашь сакру под этот круг. Все, разбегаемся. Я увожу босса. Не вставайте в синий круг. Сначала надо ждать зеленого, после чего уже становиться синий. Вот Кью, видите, у него спаса била почему-то. Помогайте мне хилить. У нас мало хилов, всего-навсего Эршам, Полипал и Холиприст. А, проседает протопал. Дайте маны, спотить ему. Да, спини уже. Жали банку, превращающую вас в орфа. Убьем, конечно. Кинь диван на кого-нибудь из игроков. Тут ты, если ты умираешь под этим дебафом, весь шмот становится красным. Походу лот починили, раньше не падали три сферы. Диск. Сейчас, КД нарез, ребят, спасибо. Значит так, сначала убиваем левую руку, потом правую, потом босса доводим до 45%. Тает левая рука, мы подбиваем до 200к ее. Вырастает правая рука, мы сразу ее сливаем. Где же босс? Вот же он. Ребята, почему я одного не могу понять? В рейде 4 паладина, а на паладины всегда только 3 бафа. Какие? Возможно. Потому что кто-то из них не бафает, наверное. Все уже. Дали. Я первый танчу, второй смарт-кью, третий хризифилакс. Сливаем сначала, ладно, ошибся. Звездаль, это правая, сначала правую, потом левую. Амура. Не буду прожимать незыблемость, прожму кровоотвод. Погнали. Скажешь, когда забрать, хорошо? Не скажешь. Давайте, играйте в правую руку. Так, на мне дебаф, смотрю, должен забрать босса на себя. Дебаф получит, Хризи, забирай. Хризи Филакс теперь забирает, судя по всему, так как смотрю, получил дебаф. Играйте в левую руку. Танчи пока. Хризи Филакс пока танчи. Мордкью трэш забирай. Так. Топаем по боссу. Стоп по боссу. Босса не бить. Босса стопаем. 49, 48.
все престы подбивайте босса пока 47 до 45. Так, подбиваем правую руку до 500к. Так, смотри, забрать босса. Стопаем по правой руке, стоп по правой руке. Играйте в левую. Full ДД в левую руку. Крити Фелак, забирай босса, full ДД в левую руку. Все присты дотайте правую тоже. Правую подбивайте теперь. Подбивайте правую, нужно слить одновременно руки. Так, забирая на себя, прожимая незыблемо. Все, сливайте правую и левую руку. Забивайте босса. Блин, я... Бля, не хватило немного. Давайте, у нас 3 секунды. 2, 1... Черт, не хватило немного. Ладно, а мне хватило 5 секунд. Я извиняюсь, отойду на минуту. Привет, Куйник. Неизвестно. Атомск. Понятно. Или сейчас босс. Иди, иди. Одновременно слить надо. Отойдите от рейда, надо сейчас подвести к вам и отвернуть мобов этих. Это очень сложно. Звездочку больше. Бля, надо отвести мобов. Значит так, я танчу босса, Зефилакс и смерткью мобов. Сразу сливаем мобов, потом босса играем. Разводите мобов в разные стороны. Играйте все в трэш. Смарт-кью прожми сакру. Встали все под босса. Встали в звездочку. Вот хил, давай мне антифир. Конскурит, поднимай Халисиласи. Халисиласи, поднимай Харзула. Встали все под босса. Трэш. Подведи смарт-кью трэш и убей этот трэш. РДД, бейте трэш, милики босса. Моб в текстуре. Наверное, тролли там. Моб в текстуре. Ничего страшного. Стали под босса. Так, давайте рост. А дикого кто танчит? Ты и физиканец. Ладно, я попробую помочь вам. Достал еще моба. Нет, не получилось мне стаунтить. Убирайте с меня моба. Встаньте под босса все в звездочку. Так, выходим с лужи. От этой лужи появится следующий моб. Надо было сбить каст. Нет антифира. Пальте, лота, давайте антифир. Паралайз имеется в виду. Ну а сейчас будет бобо. Пейте, добивайте босса. Классно, что часовой танчит Пеппер, да, а не Смарт Кью. Да? Смарт Кью. Мне тоже понравилось. Смотри, сколько ты казалось. Джорна, Гутербола, Резифилакса. Прошло 10 секунд, 0 таунтов. Так, колечко мне.
Нет места, пишет. Есть у кого-то Дживс? Танки есть вообще, блядь? Я слут смотрю. Кто-то маклит, трэш его проблемы. Так, сейчас надо продать херню всякую. Мало. Там же составили, да? Так, теперь можно и разрулить. Это бесовое кольцо на танк, да? Его нету. Там еще какой-то есть. Десятки. С десятки там. Это пробка. Гер режим. А Саншу передаст тогда атомскую, если ему надо действительно. Прикатись все в ДД, все в хихихи, ладно, хила, пицца. Какие-то тачивы надо вообще сделать, непонятно, да? Пожалуйста, сделайте вот это, не службу, а в дружбу. НПЦ с пула стоят в склепах, их нужно слить. После того, как босс замораживает комнату, НПЦ опять в склепах, и опять надо их слить. А простая чего? Просто переключиться пару раз в НПЦ и все. Это фулл баф. Кушаем рыбу. Пожалуйста, следите за наполом, у нас в рейде только два ханта и рог. Ладно. Чек. И сделаем все в наших силах. Да, конечно. Все готовы, каска получит. Нету. А кто голы? Ты тут? Листов нет. Кто голы? Что мне с тобой делать? Наказывать, что ли? Почему ты не раздаешь каски? Фурик пишет про каску. Сова пишет про каску. Пишет не 10 секунд, а пишет в течение всего рейда. Чек. Корзол. Каска. Давай каску по Харзулу. Пятая пати. 10 классов это 10 ГКД. За 2 секунд можно забафать весь рейд. Все, погнали. Сначала сливаем склепы. Потом босса играем. Что там еще сказать? Постоянно двигайтесь, чтобы дебаф не получать. Дебаф наносит 1 стак 10к урона, 2 стака 50к урона. Лужа, лужа, которая выпрыгнуть. Да, выпрыгнуть лужа, наверное. Забегаем в лучи,
Газовые точки. Испелим рейд. Что еще сказать? В костер забегаем. Скоро будут большие метки. Рядом с ними надо встать, подождать, пока появится на них снежный ком, и забежать в них, чтобы не заморозиться. Ладно. Сейчас посмотрим, где эти метки будут. Так. Вот и метки. Встали на границу. Видите, где звезда стоит? На границе. Вот, снежный ком упал, забежали. Кто у нас не забежал? К сожалению, забежали все. Давайте диспел по рейду. Диспел по рейду. Туглы, бегай. К сожалению, агро кончается. Рузул хочет сорвать его. Все на КД. Склепы сливайте, если остались. Все, уже не сливайте. Вставайте на границу с метками. Забегаете. Тоже не забежит в этот раз. И некромонника не успел. Какая жалость. Сливайте склепы. Нет, я не хочу, чтобы вы умирали. Раунды по КД. Убивайте босса. Ну ничего страшного. Арморос Мороз — это легендарная чива, которую еще никто не сделал на сервере. Думаю, не нужно расстраиваться, правда? Лучше бы сказал, в мире вообще никто ни разу не делал. Нет, в мире делали раза два, наверное. Да не, по-моему, только один. И то там совершенно случайно. Возможно. Опа, щит. Стоит 10к. Я его заберу себе. Два завоевателя. Таунт нажми. Таунт нажми, приведи их вниз и отверни от рейда. Это сложно, нет, надо по ходово это говорить все. Куда встать сначала, кого выделить. Потом дальше что использовать. Можно застанить этих мобов, кстати. Но это уже не левел плей. Ну да, это уже какой-то АТ. Таким не занимаемся. Это виртуозное мастерство уже. Это уже сложно началось. Чем полегче, пожалуйста. Че там, Блайт, Ваниш, двойной сап или че там? Как там робики дуэлятся? Давайте звезду пока. Блин. Говорил бить. Забыл. Так, я иду в туннель, кто еще хочет. Я. Головка. Ах, какой ты пошлый. Вот, 3 БРа, и тут сразу. Так, хорошо. Бёрн. Хали Селаси. Джаспанк. Ладно, все, кто плюсанул, кроме Хмели Сунели, идут. Кто еще? Кто еще хочет пойти? Надо хил в комнату. Да, я могу в хила спекнуться, если хочешь. Пошли. Дайте инту, там пристабав, крест, тоже по траве. В
солей говорит. Ничего. Надо биться. Но стрихила этого хватит. Трис, я, кстати, выбил эту дробяшку, слышишь, Йога? Хорош. Осталось три дня теперь. Я ж Пайпер себе налог и забрал. Не, он мне предал. Зачем? Тоже жалею уже. Там, кстати, разница 300 хп. Так, ладно, Бергамоника отошел. Чаю залить себе с бергамотом и вишней. Бейте моба вот этого. Сейчас будет запуск. Все становитесь в центр, кто не идет в туннель. Дай мне помощника, я отметку на себя поставлю. Помощника. Постарайтесь. Так как у нас на туннеле на пола нету, и моб станет танка на 3 секунды. Можете не следить за своим агро тогда. Окей. На 3, блядь, на минуту станет. Где я? На 3 минуты, нахуй, сразу. Нам не надо хардмод, мы идем медленно. Смарт Кью, смотри, твоя основная задача, чтобы защитник в центр не пришел. На всех остальных мобов вообще наплевать. Сейчас после этих мобов защитник вылезет. Чтобы метку ставить, вы все играете. Очень быстро в защитника, но только после танка. Вот бейте. Ставил ромбик. Сначала танк, потом уже вы. Может, стану ему давать, он будет как раз открытый между защитниками. Никто впереди меня сейчас не идет, нам еще ждать минуты 50. Меня застанет 14 секунд, ждите пока. Защитник опять вылезет. Внимательно смотрите глазками. Ищем его. После этого моба. Вот он вылез, убивайте его. Сначала защитник. Какой там шипы играл за завоевателя? Читать не умеешь? Надо держать как можно дальше от центра, а до как хваткой тянет в центре. Нормально. Грамотность понижается у нас. Так это на йоге грамотность. 100 стаков. А, здравомыслие. Какая нахуй грамотность? Боёк что ли? Грамотный. Защитник. Защитник. Танем его вне центра. Ну, Пейпер сказал, ты что, читать не умеешь? Может, он не грамотный. Да, он грамотность понижается. Людей, когда они в World of Warcraft заходят. Не стоит, не агрите, никто не идет. Ждем пока здесь. Как? А, стоп, подожди, наоборот, мы же не хардмод делаем, да? Да. Ну, надо ждать, да? Не, надо запускать, если не хардмод делаем. Не трогайте его. Мы делаем не хардмод, да. Да, что это после... за фигу без смертей. Я скажу, защитника бейте, защитника. Застаньте его, пока он там у ворот стоит. Все и сливайте. Скажу, как агрить босса. Давайте сделаем не стой под молнией, рейд будет в звезде стоять. А, не, давай ты на себя кружочек. Чек поставишь, и там люди будут стоять, ладно? Окей. Вот после этого трэша босса можете спускать. Заливайте массой скорее, массой заливайте. Вот завоевателя убивайте и спускай агрил уже. Спускайте вниз. Давайте, Рост. Давай. Стойте тут рядом со мной, кружочек. Над Q по команде заберешь. Только ты не забывай, босса всегда на молнию, которая есть. Да. Где это мы? Смотрим. Вот остались во мне, перебежали все сюда кружочку. Забираем босса Smart Q. Давай, верни его в центр. Да, Smart Q. Понятно. Ну, мы провалили чего Smart Q нам. Я уж вижу.
блять, тяжело на. А мы ему просто не сказали, что надо ему стоять перед мордой. Это, наверное, сложно. Да. Ладно, ничего страшного. Ну, слава, на грани был. 200 минут тебя спасли. Чё был? Ты на грани смерти был, 200 минут тебя спасли. Коритель. Коритель сейчас вот. Какие штаны красивые, обои. Да, стоит 10 тысяч. От Юдашкина, между прочим. Рецепт. Слышно меня? Раз, два. Да, не особо. Почему я не могу от Омска застрелить? Грамотности. Но такую штуку, смотри, на такой карабин надо особое разрешение. Грамотно. Так просто. Да, так просто не постреляешь. Да. Просто относится к виду вымирающему. Вот этого стража от мелких оттащите, как в РС трэш, надо их разделить. Во. Разделить? Разделить на морде? Сложно. Тоже неплохо. Там где-то хранитель, клинок природы, его там, тоже отделить. Туча будет такая, под нее вставать, надо там баф дается на СПД. Вон, все в тучу вставать. Да наоборот, надо из тучи выбегать. А где эта туча? Я ее даже не вижу. А, так это ж сова дает в тучку. Без этим. Грозой. Сагрим сейчас босса. Ничего страшного. Встаньте под звездочку. Я не увидел босса, но ничего страшного. Встаньте под звездочку все. Ты сбивай или кто-то, босс? Постараюсь, это сложно. Конечно, не бейте, просто бейте точечно босса. Дал бог тебе, бей сова. Мобы не бьют, мобы не наносят урон по вам. Просто. Да прожму мастер аур, можете не стопать. Деревца сливайте. Сзади босса деревца. Дерево, хватка, прикинь, Олег. Я забыл, что хватка есть такая штука. Я не знаю, о чем это. Сейчас, каст, не стопайте, продолжайте бить, я мастер аур прожму. Ага, мне сбили. Каст, молодец. Все нормально. Где Ларит? Надеюсь, меня нролом идет. Нормально. Ты, блядь, слишком охерел, походу. Вот мой ролл этот. Вот мой ролл — это длина моего прибора. Если никто не знал. Странно. Ларь. Варь никому не надо, да? Нет, у меня там 8 было. 100 миллиметров. Ой, спасибо. Пленитель. Щитник. Смарт, собирай вот слева и справа на больших плитах трэш и подводи сюда. Не агри по 8 штук, по 2, по 3 веди сюда. Ну я тут умираю, я лучше дойду. Умираешь? Так не умирай. Все, и слева сейчас трэш веди. Вон, отсюда. Туда кнопки не надо, не ходи.
Последнюю очередь убьем. Сейчас спекнем всех. Там у кнопки трэш багнутый, он бой вешает, короче, вообще нельзя агрить. Последнюю очередь тут. Ну мы ж кнопку не будем нажимать, правда? Нет. Опять попросил смарта не агрить у кнопки, он... Ферзул, поставь, пожалуйста, шкаф. Дурн зайдет на пала паролить мольбу на мейн. Что такое мольба? Это сапоги на протовара, поэтому он заходит на пала. Сапоги, да? Да. Давай, я быстрее. Я вспомнил, что это интоботовский тринкет. Интоботы. Она бисовый считается? Ну да, да, типа, холикал. Да, бисовый, бисовый и АДК. Хорошо, ну, что ты фаермаги. Фаермаги ролят не очень, если в рейде есть энхи мутик. Угу. Галлон десятка, кристалл. Сабвини, у тебя неправильно ник написан, надо К. Кристалл еще падает, если ты распыливаешь вещи. Кристалл пропасти тоже 80 левел. А какой второй тренер берут на посланника титанов хилу? Аршамир. Чешка счет. Босса спулили, босса. Босса спулили. Я бы не готов. Я не брал. И не знаю, что делать. Смотрите, если вдруг попадается неадекватный танк и несет босса сюда, что ваша задача РДДшников какая? Отбежать, отбежать. Нахуй. Не все поняли посыла, да? Бегите, босса, бегите. Надо отбежать. О, нет. Быстро бегать. Все живы, кроме Ктулгалы. Теперь ты знаешь, что надо отбегать от шока удара на Левиафан, верно? Наверное, надеюсь. Она с 17-го года отбежать не могут. Какой-то нехороший человек спулил. А преждевременный пул до танка делает танка неадекватным. Да? Вот так, Мета закончилась мана, и у Пеппера тоже, поэтому присты спойте гимн на ХП. Пеппер, где ты? Да. На. Да, у Пеппера фул мана, не парьтесь. Здоровички. По Гекаде кулак обнимите, пожалуйста, и по Пепперу. Блин, вы что гоните? Три инера Пепперу дали. Надо было четыре, да? Ну, тайчик. Четвертый вон кинули, у него фул мана все равно кидается. Через себя нон-стоп. Есть пятый. Так, вышел. Вышла какая-то криокамера, что это такое? Двумя ракетами застрял. Слушайте, это ж подводная лодка, субмарина. Да, внутри войд с камеры, которые обозревают воду. Видите, он сзади эти есть. Пакеты, чтоб на Луну лететь. Пакеты с дошираком, блины. Что это такое? Это материальная помпа. Нет, доширак, что такое? Лапша быстрого приготовления. Но это не точно, могут обмануть. А, ко мне стоит. Да. Куда ты выбежала? Надо было забежать обратно. Черт. Почему не миви, Малик? Беги, малышка, беги! Потому что доширак. Я у нас не видел ни одного продукта с таким названием. Еще бигбон есть, да? Я слышал баландов, не знаю вещи. Я пока читаю комментарии ВКонтакте про кого-то челика. Где ему треба, что ли? Скрин с кем-то. О, господи. Даже раз ударить. О, боже мой. Вот кью забирай трэш на себя. Пройду, бля. Да, вот этот робот, это дружественный игрок, его нельзя убивать.
он за нас, но пока этого не знает. Правда, он красненький. Надо завести его в красную метку, потом ачивку получить. Какого из них? Большой или маленький? Большой, мне кажется. Давайте я заберу. А где красный? Ну да, смотри, же не надо танчить этого моба. Так, ну здесь все просто, три части тела, и три части тела нужно одновременно слить. Три части тела одновременно, все-таки сложно, нелегко. В общем, главное вам, ребята, смотреть на хп мобов, ориентироваться на хп, сливать по очередной части тела. Ну, как всадники, что ли. Вместе, извини. Что, танк не танчит? Да, я забыл, что надо танчить низ, а не тело. Там он жал в тело три раза. Бёрн, поднимай Кризифилакс, Атомск, Полорегиона, Конскюри, там вместе. Бейте все низ. Башку пока не бейте, РДД, все вниз играем. Рост? Не надо. Так, вращение идет какое-то, лазерный обстрел. Нужно спрятаться. Не все это смогли сделать. Ну, ничего страшного, да? Надо теперь середину добить. Одного. Все без смертей, отлично. Сразу чипки не хватало. Почти без смертей сделали, но ничего страшного, мы не унимаем. Еще впереди три босса, где можно показать всю свою скиллованность и с уверенностью сделать достижение без смертей. Два ж вроде босса, или а кто третий? Ну ладно, давай будет пускай два. Уголон еще. А, так мы уголон будем бить. Давай его, а ты? Господи, боже мой, что он скинул. Фотографии гейма трайм.